правда, и у армейцев. Контратака не развернулась. Смотрим, что они придумают дальше. Перехват в средней зоне у армейцев. Плотников на партнера. Тот по диагонали. Юртайкин подскочивший шайбик. Как же здорово было! Но Плотников не меняет цифры на табло. И такое впечатление, что Джереми Смиту тоже стойка ворот помогла. Все здорово делал и Юртайкин. Юртайкин вообще передачу увидел. Сам показал бросок, а сделал передачу на Плотникова. И Плотников переправлял шайбу в ворота. И Джереми Смит боролся до конца. В черенок клюшки попала шайба после броска Сергея Плотникова.